Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. По давно сложившейся традиции, показ коллекции «Осень-зима 2023-2024» бренда Miu Miu состоялся под финальный занавес недели моды в Париже. И по традиции у ведущего дизайнера получилось удивить и даже шокировать подуставшую от фэшн-марафона модную публику, вызвав у собравшихся вокруг белоснежного подиума зрителей бурю неоднозначных эмоций. Взять хотя бы, к примеру, первый образ, с которого стартовал шоу. Вроде бы ничего особенного. Собранный строгий ансамбль. Подобный не раз мы с вами, друзья, видели и в линейке Miu Miu, и в коллекции Prada. Всего лишь скромный серый кардиган поверх такого же тонкого джемпера и белой футболки. Знакомая юбка-карандаш, мелкий горошек. Но что-то там было не так. Ах да, капроновые колготки. Они явно стали центральной деталью образа. То, что обычно принято скрывать под одеждой, вдруг оказалось открыто всеобщему взгляду. Вспомнилось. Именно так в очень далеком детстве заботливая бабуля при каждой возможности старалась подтянуть повыше на мне вечно сползающие, но правда хлопковые или трикотажные колготки, усердно заправляя за пояс теплую кофточку или свитер. Выходит, среди детсадовской публики я была самая модная. Уверена, все это прошли. Пусть и не все об этом помнят в силу очень раннего возраста. Однако талант дизайнера как раз заключается в потрясающем умении превратить любую банальную мелочь в эффектный стильный штрих. И вот перед нами на подиуме милая девушка, которая спешит по делам в прохладный осенний день. Она так торопилась, что не успела накраситься, аккуратно уложить волосы и перед выходом лишний раз взглянуть в зеркало. Но именно в этой обыденности, не идеальности, заурядной повседневности Miu Miu Prada старается зафиксировать всю прелесть мимолетного и несовершенного. Нежные полупрозрачные ткани, шелковистые фактуры, белье на показ, плюс отсутствие макияжа и чуть спутанные волосы. По задумке дизайнера, главная героиня новой коллекции выглядит томной, немного не выспавшейся, но соблазнительной и сексуальной, без единого намека на вульгарщину. И пусть вас не смущает порой отсутствие в общем ансамбле, скажем так, нижнего элемента. То есть модели иногда выходили на подиум в теплом вельветовом или же вязаном пальто, худи с застежкой на молнии, объемном жакете из шерсти, твида, из плотной, словно мясистой кожи, но без брюк или юбки. Эти детали гардероба теперь заменили трусы и колготки. Телесные, черные, либо в любом другом матовом цвете. Ярким аккордом стали финальные наряды, которые, друзья, вы увидите в заключительной части ролика. Здесь нижнее белье подано в гламурном исполнении со сверкающими стразами и пайетками, при этом в дуэте с минималистичным тонким свитером. Будь я моложе, я бы вышла в трусиках. Так, заливаясь смехом, чистосердечно призналась Miu Miu Prada за кулисами шоу. В общем, мои дорогие, пришла пора избавляться от комплексов. Для всех, кто еще не готов к столь радикальным решениям, дизайнер приготовила удобный, практичный и, как принято сейчас говорить, носибельный гардероб на холодный сезон. Если именно эти вещи перенести на улицы любого города, никто даже бровью не поведет, что это образ с модного показа Miu Miu. Ведь формула максимально проста и понятна, без каких-либо хитростей, с явной отсылкой к популярному сегодня стилю нормкор. В коллекции нет украшений, зато появился новый аксессуар в виде связки ключей на кожаном ремешке. Такой элемент, по мнению модных стилистов, добавит хрупкому женскому образу немного солидности. Обязательно берем на заметку манеру носить дамскую сумочку на сгибе локтя. Так делали манекенщицы на салонных показах 50-х. Немало внимания уделено модной обуви, среди которой мне бы хотелось отметить остроносые туфли-стинбеки и модели на каблуке с небольшим аккуратным вырезом в носочной части. Похожие были в тренде лет 20 назад и теперь вновь актуальны. Miu Miu Prada утверждает, мода не имеет границ. Она может нас удивлять, в чем-то шокировать, ошеломлять, бунтовать. Но ей просто непозволительно быть пресной. А еще мода учит нас думать. Так это или нет,
Слово за вами, мои верные подписчики и гости канала. С интересом, друзья! Жду ваше мнение в комментариях. Всем большое спасибо за поддержку и поставленный лайк. Приятного просмотра, совершенства и красоты. Нескучного дня и всегда позитивного, солнечного настроения!